Общественники при Госсанитехнадзоре появились не так давно. Первое собрание совета прошло в апреле этого года. Тогда Татьяна Витушева, руководитель надзорного ведомства, выразила надежду на плодотворное сотрудничество и не ошиблась. Меньше чем за год при непосредственной помощи общественного совета было проведено свыше 50 мероприятий, в которых приняли участие около 1000 активных граждан и более 200 инспекторов Госсанитехнадзора. Совместными усилиями с территории области было вывезено свыше 400 кубометров мусора. Активное участие членов общественного совета было в экспертной оценке многих нормативных актов и документов, которые проводились через правительство Московской области по инициативе Госсанитехнадзора, и с помощью им давалась серьезная такая экспертная оценка. Я хочу сказать, что вот региональный стандарт СНТ, который в последнее время обсуждается широко и массово во всех муниципалитетах нашей области, также проводился экспертная оценка членов нашего общественного совета. В Красногорском районе большую работу по наведению чистоты провел член общественного совета, настоятель Знаменского храма, протоиерей Владимир Шифоростов. Благодаря его стараниям и помощи прихожан преобразилась территория городской лесопарковой зоны. И мы как раз хотели объединить усилия, собственно, людей, наших прихожан, с возможностями Госсанитехнадзора. Скажем, в Красногорске мы неоднократно наш приход убирал лесопарк. Да. Но потом были проблемы, куда везти мусор и всякие трудности. А когда мы объединили усилия, то настолько эффективно поработали, что и людям был целый радость. И результаты были налицо. Помимо сотрудничества с населением, представители общественного совета уделяли внимание привлечению к работе внештатных инспекторов. Благодаря этому институт внештатников удалось значительно расширить. Но это не предел. По словам Татьяны Витушевой, в условиях непростой экономической ситуации на внештатных сотрудников возлагаются большие надежды. Да и сам общественный совет может разрастись. В следующем году состав из 11 человек могут пополнить представители бизнес-сообщества. Максим Мельников, Марианна Быстрова, КРТВ.